Всем привет, меня зовут Анна Герман, я персональный стилист, а вы на моем канале YouTube. И в эфире моя постоянная рубрика «Аня, разбери мой лук». Здесь я разбираю по вашему желанию, что очень важно, потому что раздавать советы и разбирать чьи-то образы нужно только, если человек об этом вас попросил. Собственно говоря, я это делаю здесь у себя на канале и у себя в Instagram. Как это происходит? Вы размещаете постоянно свои образы под хэштегом «Аня, разбери мой лук», и я потом выбираю несколько таких участниц и разбираю их в таком эфире, иллюстрирую какие-то свои слова примерами. Если вы хотите попасть в такой разбор, то подробные условия читайте под этим видео в инфобоксе. Участницы разбора обычные девушки, кто-то из них имеет отношение с модой, кто-то просто интересуется, но так или иначе, все они размещают свои фотографии на мой суд и получают таким образом бесплатные советы и идеи, касаемые их образа. Итак, давайте начнем и познакомимся с нашими участницами. Итак, первый образ от Лены Галиновска. Лена вообще постоянный участник моей рубрики. Наверное, вот уже год она существует, эта рубрика, и она, по-моему, год выкладывает, постоянно выставляет свои образы, поддерживает ее. И я передаю тебе большой привет. Я не знаю Лену лично, но уже как будто знаю, потому что вижу ее образы и чувствую ее стилистику, которая ей присуща. И этот образ я выбрала не случайно. В нем задействован мой любимый цвет. Это цвет лавандовый. Так вот, лавандовое пальто и клетка. Клетка постоянно популярна, и, собственно, я уверена, что это не новая покупка, но, тем не менее, Лена постоянно делает какие-то образы, используя эти брюки. А лавандовое пальто для меня в ее гардеробе новинка, потому что необычный цвет для Лены. Она очень такая, достаточно экспрессивная, мне кажется, девушка. Любит разные сочетания такие необычные. Я ее очень в этом смысле поддерживаю. Итак, лавандовый цвет, цвет вообще-то будущей весны. И если вы делаете покупки, как говорится, впрок или так, чтобы носить их не один сезон, что, собственно говоря, очень правильно, то я вам советую покупать фиолетового цвета вещи и лавандового цвета вещи. То есть фиолетовые, нежно-фиолетовые, какие-то оттенки, которые подходят именно вам. Хотя на самом деле фиолетовый цвет идет практически всем. Конечно, тональность и насыщенность цвета нужно, понятное дело, подбирать под свой характер, под свой контраст. И у Лены достаточно спокойный в этом смысле вариант, который подойдет максимальному количеству людей. Итак, пальто и брюки вопросов у меня не вызывает. Они могут быть или они очень идут. Мне нравится, что Лена совмещает спорт и классику. Классная идея, и я ее абсолютно поддерживаю. Но есть два момента, которые я бы исправила в этом образе. Первый – это, естественно, сменить носки, потому что они грязнят очень образ. И я бы сделала следующее. Я бы убрала носки, заменила бы их на однотонные гольфы, которые уходили под брюки, либо сменила бы их на белые носки, либо вообще без носок, если погода еще это позволяла сделать, и серый цвет толстовки. Кстати, сумка меня тоже абсолютно не смущает, это очень классное решение, мне нравится, что Лена надела его под пальто, а не сверху, хотя и сверху можно было там застегнувшись, тоже эту сумку сверху надеть, и было бы тоже очень классно. Так вот, меняем носки и худи. Так, вот эти три образа. И так как серый цвет, на мой взгляд, не очень подходит Лениному типажу, цвету лица, и она имеет светло-русый такой желтоватый оттенок волос, то мне кажется, что нужно использовать оттенки более теплых тонов в одежде, которая находится ближе всего к лицу. Например, джемпер можно было бы заменить на джемпер коричневый или, как тут, цвет такой camel. Поиграть с цветами противоположными, потому что Лена любит яркие сочетания, соответственно, сумка и обувь могут быть вот такие насыщенные яркие. Второй момент – это более спортивный джемпер с полосками на рукавах, но молочного цвета. Вставляем сумку, меняем обувь на высокие ботинки-чулки, которые уходят под брюки и создают такой монолитный образ. При этом цвет полоски на ботинках, ботильонах будет классно перекликаться с цветом клетки на Лениных брюках.
И третий образ, на самом деле, самый такой подходящий, спокойный. Оставляем сумку, кеды и надеваем джемпер, тоже лавандового цвета, но немного насыщенный по тону. И еще два образа, так как меня очень вдохновило это пальто. Я не могла просто обойти его стороной. Я сама, в общем, хочу пальто. Если бы мне нужно было пальто купить сейчас, то я бы покупала, наверное, да, фиолетовое какое-нибудь пальтишко себе. Ну а спонсор этого видео – кэшбэк-сервис SmartySale. Сервис умных покупок. Этот сервис способен сделать ваш шопинг еще более выгодным. Высокие ставки по кэшбэку в самых разных магазинах и ресурсах. Прямая ссылка на сервис прямо под этим видео. Воспользуйтесь ей прямо сейчас, и вы увидите, как легко можно вернуть до 6% от совершаемой покупки в ваших любимых магазинах. Еще два образа. Это с серебряными брюками и с таким ярким джемпером, с той же самой сумкой, которая есть у Лены. Кстати, серебряные брюки тоже есть у Лены, я знаю, в гардеробе. Она делала очень много луков с этими, с брюками с такими, но у нее они более простого силуэта. Это то, что я нашла просто, чтобы показать концепцию совмещения лавандового и серебряных оттенков. И, соответственно, обувь тоже может быть серебряной, либо могут быть белые кеды, либо могут быть черные ботинки, потому как насыщенный очень джемпер по цвету. С обувью здесь можно играть и, в общем, выбирать удобный для себя вариант. Второй образ тоже очень яркий и солнечный, чтобы разбавить серые дни ноябрьские. Соответственно, это желтые брюки. Кстати говоря, они могут быть не, как здесь, достаточно насыщенный цвет, желтый. Они могут быть песочного цвета, просто бежевые. Но очень красивое сочетание бежевого с фиолетовым. Они могут быть, кстати, хаки цвета. Тоже очень красивое сочетание, фиолетовый с хаки. И здесь грубые ботинки использованы, и, соответственно, классная вот эта сумка, которую можно надевать сверху, можно как поясная сумка, как, собственно, она задумывала. В общем, можно поиграть с ней. И переходим к следующей участнице разбора. Следующая участница Мария предложила очень трендовый образ. И я хочу его просто показать, чтобы вы, ну, я не знаю, посмотрели, какие вы классные, вот мои подписчицы, какие вы классные, как вы можете классно одеваться, и при этом сама фотография, посмотрите, она настолько приятная по цвету и по форме, по содержанию, в общем. Это тот случай, когда я не буду критиковать образ, а наоборот, буду восхищаться и аплодировать нашим уважаемым подписчицам, моим уважаемым подписчицам, которые так здорово умеют комплектовать, фотографироваться со вкусом и так тонко чувствуют цвет. Посмотрите. Да, действительно, казаки – это достаточно сложный элемент обуви. Он очень обязывает, относит нас в четкую стилистику иногда, и могут возникнуть сложности с комбинаторикой, то есть с чем носить еще такие сапоги. Потому что вот я, например, тоже недавно купила себе их и ношу с легкими платьями, ну, потому что у меня, собственно говоря, погода позволяет, вообще этот американский вестернский стиль как нельзя лучше будет работать в Калифорнии. Я предлагаю еще несколько вариантов юбок и длин юбок, которые могут классно сочетаться вот с такой с таким комплектом. То есть сапоги-казаки, такой пестрый верх достаточно, у него платочек еще красивый какой-то повязан на шее, и плащ. На самом деле плащ может быть, соответственно, кожаной курткой, косухой, или пальто, или там шубой из искусственного меха. В общем, здесь вариантов очень много, или дубленка, или короткая дубленка. То есть вариантов миллион. Итак, смотрим, какие варианты юбок я подобрала. Я предлагаю три варианта юбок, которые могут быть кожаными, могут быть из денима, могут быть из более легкого материала, как в отношении вот юбки миди плиссе, то есть это могла бы быть более легкого какого-то фактуры ткани. Первая юбка — трапеция мини, да, то есть это трапеция, чтобы уравновесить низ и верх у бедер и внизу, собственно говоря, вот этот объем на ногах. Юбка трапеция будет
просто органичнее всего выглядеть. И по стилистике она очень сюда подошла бы. Она могла бы быть чуть ниже. Все будет зависеть от вашего типа фигуры. Для Марии все три варианта отлично работают. Соответственно, она могла бы быть длиной миди, как третья, да, юбка. Она могла бы быть чуть выше, чуть ниже. То есть все зависит от вашего роста и вашей комплекции. Второй вариант — средней длины юбка, то есть до середины коленной чашечки, юбка из денима. Завышенная талия, она просто очень красивая сама по себе, и вот с этой даже рубашкой, просто очень органичный образ, и он четко выдерживает эту стилистику американскую, можно так сказать, и любой верх подошел бы здесь, то есть это мог бы быть и кожаная куртка, и бомбер, и шуба, длина могла бы быть и до середины бедра, и вровень с юбкой, и чуть ниже юбки, если это плащ, например. И, конечно же, короткая какая-то длина, соответственно, на талии, которая заканчивается. И третий вариант — это миди плиссе. То есть я предлагаю плиссированную кожаную здесь, чтобы еще фактурности добавить образу. Но здесь дело за вами. Просто саму идею плиссе и длиной миди можно классно обыграть с казаками. Это будет тоже очень классно выглядеть. И переходим к следующему образу. Итак, следующая участница, чье имя мне неизвестно, к сожалению. Но зато известно назначение этих образов. Соответственно, было написано под фотографией, что это образы для повседневной жизни, точнее для прогулки, для релакс. Собственно, на фото и запечатлен как раз момент, видимо, прогулки и релакса в парке вот в этих вот образах. Что мне нравится? Мне сочетание спорта и классики, то есть прямые брюки, укороченные в клетку, и куртка, и эти фасоны ей идут, но цветовая гамма мне нравится у второго образа больше. Вообще красный цвет, в принципе, очень сложный для носки, и когда он выполнен в простом материале, да, в спортивном таком, в такой спортивной истории, то красный цвет выглядит очень как-то наивно и, ну не знаю, слишком просто, мне кажется. То есть цвет должен быть более сложный в таком исполнении, если это куртка имеется в виду. Да, если бы это было летнее платье, то такого, или какая-то блуза, или что-то легкое, или что-то из шифона, или из, или, кстати говоря, наоборот, из какого-то более дорогого материала, бархат или та же самая кожа, то, возможно, красный цвет выглядел более интересно и дорого, если можно так сказать. Что еще в этом образе меня смущает? Естественно, сумка. Она совершенно не из этой истории, и она мусорно выглядит. И здесь эту сумку я бы заменила на простой рюкзак, причем без какой-либо, без принтов и различных там фурнитур, просто простой рюкзак, либо простая сумка, которую, собственно говоря, я сейчас и покажу. Но цветовая гамма мне нравится на втором образе больше. Почему? Потому что, ну, она более такая насыщенная, более глубокая, более осенняя, на мой взгляд. И мне кажется, идет героине больше. Хотя черный цвет и такой бургунди, насыщенный бордовый цвет, тяжелое достаточно сочетание. И здесь можно было наоборот сыграть на контрасте цветов и жилет сделать более светлым, например, песочного цвета, там, бежевый, хаки, ну, что-то такое. Тогда образ выглядел бы еще более, наверное, интереснее. Но во втором образе, как и в первом, так и во втором образе, есть, опять же, небольшая проблема с подбором аксессуаров. Давайте приглядимся ко второму образу. Это спортивный костюм. И здесь я бы не стала носить этот костюм прям вот костюмом. Почему? Потому что он слишком расхлябан для... расхлябанную форму имеет для форм героини этой фотографии. Я бы заменила здесь брюки и, соответственно, сумку и обувь. Почему? Потому что сумка и обувь, опять же, очень спорят между собой. Сумка очень классическая, очень структурированная, жесткая, а обувь слишком спортивная даже для этого образа. То есть это даже не городского типа кроссовки, а они спортивные, то есть они для спортивного зала, у них очень яркий белый цвет, который марки достаточно для прогулок с собакой по осеннему лесу. И, соответственно, я бы порекомендовала приглядеться к другим вариантам обуви.
Это могла бы быть обувь на небелой подошве, но со спортивным смыслом. То есть нужно просто чувствовать разницу между спортивной одеждой и одеждой в спортивном стиле. И вот разница здесь достаточно ощутимая. Сумку я бы тоже выбрала, кстати говоря, которая подошла бы и для первого образа, и для второго. Вот такой формы, более мягкую, но при этом подходящую по размеру. И так как автор снимков любит носить сумки кросс, то есть через по диагонали, то эта сумка, мне кажется, тоже прекрасно бы вписалась. Итак, подытожим по этим двум лукам. Меняем сумку, меняем обувь, меняем брюки на более классическую модель во втором образе. Можно, стоит приобрести какую-нибудь стеганую классную бежевую куртку или цвета хаки, которая бы отлично вписалась бы и с первым образом, и отлично бы работала и во втором варианте тоже. Кстати говоря, брюки во втором образе можно заменить на темно-синие джинсы, на те же самые брюки, которые использовались в первом образе. То есть вариантов достаточно много, просто это не должны быть абсолютно спортивные брюки, которые не имеют формы, и, соответственно, все наши формы в этих брюках тоже размазываются и выглядят не самым лучшим образом. Итак, если вы так же, как и эти девушки, хотите получить такой подробный и достаточно развернутый разбор вашего образа, то вам необходимо выполнить всего несколько условий. И все подробности об этом читайте под этим видео в инфобоксе. А те, кто стесняется выставлять свой образ на показ, таких очень много, я это понимаю прекрасно, то я всегда рада с вами связаться в Skype и устроить такую Skype-сессию, поболтать вместе. И об этой услуге Skype-консультирования читайте тоже внизу под этим видео. И большое спасибо за то, что смотрели это видео. Мне очень приятно видеть ваши лайки, ваши положительные комментарии под этим видео. Увидимся с вами в новых видео. Кстати, анонс. Следующее видео будет посвящено зимней верхней одежде в новом формате, точнее, не в новом формате, а в формате лукбука. Так что ждите, увидимся с вами через неделю. Пока-пока.